Салют он, Карай Камарадой, Мину Маскамрадо Атомный, Кайхадяу, Лернис не Перантон, Пер Лерну, Лерну нет. А, сед энтиучи эпизодо, ми воля с пароли при а, миае опиньой к э, реформо де Эсперанто. ке кие эстас, кие ми по вас фари, пор Фари Эсперанто Бонега. Как-то так. Термоядерный приветик. С вами плыву Атомный. Мы продолжаем изучать Эсперанто. И на сегодня я хочу поговорить о... Продолжать из прошлого эпизода разговор о том, что бы я хотел изменить в Эсперанто. Да? Я остановился на том, что эсперанто, конечно, лучший из современных, самый простой и удобный язык из современных и наиболее распространенный из, из современных изобретенных языков, на котором достаточно много знатоков, все-таки... Если постараться, можно найти и хороших единомышленников, особенно если у вас увлечения чуть более обычные, чем у меня. Вот, и кроме того, достаточно легко найти материалы, литературу, что-либо на эсперанто. Вот, допустим, я перевожу игрушку о выживании The Long Dark на эсперанто. Если кто-то хочет мне помочь, всегда можете присоединиться, буду только благодарен, вот, и это ускорит перевод и легче и приятнее будет и общаться, переводить и практиковать с этим эсперанто. Как говорил Ленин, при практике иностранных языков перевод с языка с одного ну, то есть на язык и с языка, это хороший способ для того, чтобы практиковаться и лучше изучить язык. Поэтому, если хотите улучшить, углубить свои знания аспиранту, присоединяйтесь, вместе попрактикуемся, да и быстрее все переведем. И появится целая игрушка выживания, которая еще и с образовательным уклоном позволит отточить и практиковать аспиранту. И потом еще и поделиться со всем миром, что мы сделали что-то хорошее, вот такое полезное. А еще также я хочу снять серию видео обучения аспиранту с нуля, аспиранта за 16 часов. По аналогии с тем, как это сделал для многих языков выдающийся отечественный полиглот Дмитрий Петров. Вот. Он по эсперанту не снимет никогда видео, потому что это не настолько распространенные и популярные языки, не приносят таких прибылей, не настолько запрошиваем в массовой аудитории. Но мы можем это сделать вот, посредством скайпа, прочее, прочее. План лекции у меня уже есть, как это все должно выглядеть и как будет делаться. Поэтому вопрос только с волонтерами, которые хотят изучить аспиранту или повысить свой уровень и помочь вот в этом деле. Поэтому присоединяйтесь. Еще один комментарий технический, что когда вы просматриваете видео, пишите комментарий, указываете а, время в видео, к которому относится ваш комментарий. Так легче мне понять и с большей вероятностью я вам отвечу что-то содержательное, вместо того «э», «чего», «к чему», «почему», «это что». А возвращаюсь к реформированию эсперанто «как вижу я». То есть, несмотря на свои превосходства, у эсперанто есть недостатки. Первый и важный недостаток – это малая систематичность. То есть многие правила, которые введены как типа вот системность и их изменять нельзя, а на самом деле там есть исключения и на самом деле они не применяются так, как можно было бы применять. Вот допустим, система местоимений. В эсперанто есть ми, я, ни, это мы, соответственно, ви, ты и как мы вместе, а, ни, мы вместе, да. Соответственно, ли, ЩИ, или g. Очень много слов. Если применить к местоимениям стандартное правило, что множественное число пишется то же самое слово с окончанием «й», то у нас получается обалденно легко. «Ми» – «я», «ми» – «мы», «ви» – «ты», ВИЙ, – «вы», «ли» – «он», «ли» – «они», все, ну, ли это в смысле он, она, они. Хорошо, G, он, она, они. Оно, G, они. Все гораздо проще и легче. А теперь, вот, допустим, неопределенное местоимение. В эсперанто используется иу. Вот. Но на самом деле это неудобно, потому что есть суффикс уль, обозначая улю. То есть это человек с каким-то свойством. Вот, то есть, допустим, там, если санулю, то это здоровяк, то есть здоровый, живчик такой человек. Да? Если мальсанулю, то это больной человек. То есть, вот этот улю, то есть это человек с каким-то свойством. И какой корень мы вставляем, с таким свойством человек получается. Допустим, там, бонулю – это красавчик, красавица. Вот таким образом. И, соответственно, вот этот суффикс и использовать для неопределенного места имения. То есть, иуль. Кто-то. Все. Мы используем те же внутренние э, суффиксы э, и э, те же внутренние правила, которые есть в эсперанто. Используем их более системно и более логично. Вот, допустим, в эсперанто есть корни Эстонтецо. это будущее. Есть корни для прошлого. Ну, допустим, там, э, прошлое я не помню, как будет не помню как, и настоящее. Зачем эти корни лишние, зачем наглуждать себе мозг, если просто мы к окончаниям глаголов прибавляем о, исо, прошлое, асо, настоящее, осо, будущее. Снова таки, я не изобретаю новых правил, я использую те окончания, которые уже есть в самом языке, и то же правило с окончанием на о, и все. Правил меньше, слов меньше, а возможностей больше между прочим, многие из вещей, которые я говорю, они делаются не, ну, не по правилам, но используются теми людьми, для которых эсперанто стал основным родным языком. То есть дети эсперантистов, которых с детства учили эсперанто, собственно. Если у меня когда-то будет семья, то, конечно, мои дети будут первым языком изучать. Либо мой язык, если я его завершу к тому времени, либо, скорее всего, эсперанто. Вот. Поэтому так-то. А, ну, здесь окончание частей речи разных. Все это снова таким. Из а, языка а, Neo, альфради, я взял вот эти а, сокращенные корни. Это действительно классно сделано. Этот же прием применяют при шифровании в программировании на многих языках и применяли в азбуке Вайля, который украл Морзе. Вот. И там чем более частотно используется буква какая-то, тем меньшим количеством символов она обозначена. То есть самые популярные буквы, они обозначены одна точкой, другая тире. Потом две тире, две точки, Точка-тире и тире-точка. Это вот так обозначены самые популярные буквы, символы. И чем реже используется символ, тем больше у него знаков становится. Это логично, это правильно, это круто. И в Нео Альфраде взял вот такие сокращенные корни. Вот здесь синим обозначены те, которые в Нео есть. Вы можете закачать книжечку правил Нео, она есть в сети вот и посмотреть. А вот эти все остальные, это уже я выписывал, какие есть комбинации, сколько слов можно с этим образовать. Вот, и посмотреть, что же из этого получится. Да? То есть вот под это все основные слова. Очень короткий получается язык. А дальше, ну вот так, да-да, тут слова различные. Я из разных учебников собирал лучшие приемы, как это сделать, и хотел сделать свой учебник. А потом подумал, а кому он понадобится, и можно ли заработать на нем денег? И, конечно, нет. И вот в черновом варианте все таки осталось, хотя можно было бы довести до чистого варианта, если надо будет. А значит, а... теперь, а есть в Эсперанто Как это? Причастие, да? Дея причастие, Да, дея причастие. причастие. То есть, есть вот свойство активного деятеля. То есть, когда кто-то активно с чем-то делает. Ну, вот, например, читающий книгу человек, да? То есть, он что-то делает с предметом. Но это не действие, а это как бы его состояние. Он читает книгу. Или жующий яблоко. Вася смотрел телевизор. Вот так вот. В эсперанто используются суффиксы ant, int, ont и an, in, он. На самом деле они путают. Потому что есть в эсперанто Винительный падеж, когда а, предмет выступает в пассивной роли. То есть, допустим, ложкой едят, да, вилкой накалывают там, мясо, но, ножом режут. То есть вы видите, что предмет используется в пассивной конструкции. И пассивная конструкция в эсперанто, она использует окончание n. Поэтому, когда у нас есть суффиксы ant, int, ont, во-первых, они долгие, а во-первых, вот эта буква n, она путает. Я решил их заменить на просто суффиксы as, is, os, то есть для, суще... для глагола, но с доком... с окончанием, соответственно, этой самой части речи. Ну вот, допустим, легаса читающий, легиса читавший, не леганта читающий и легинта читавший. А использую окончание самих глаголов. Это логичнее и проще. И это четко ассоциируется с тем, что это действует кто-то. То есть, что это ак свойство активного деятеля. Вот легаса читающий, легиса читавший. Легоса прочитающий. Вот таким образом. Соответственно, окончанием О обозначая актера, действующее лицо, о котором говорит корень слова. Ну вот инструасо обучающий. То есть, тот, кто учит, тот, кто воздействует. Видите, у нас все, то есть используются те же корни с тем же значением, что и в образовании глаголов, образовании в белорусском и украинском языке это более понятный термин, дея слово, да, вот. И я использую для образования свойства активного деятеля, то есть это это причастие, это причастие, вот. Поэтому так оно нагляднее и легче. Пассива суффиксами an, in, on. Во-первых, они короче, и так как они с буквой n, то они легче ассоциируются с окончанием того же самого пассива n. То есть вот, легана, читаемая книга, легана либро, легина либро, прочтенная книга, легона либро, книгу, которую прочитают. Да. Соответственно, вот так вот остались. Видите, меньше букв остается, оно более логично убирает вот некоторые недочеты, связанные с тем, что путалось. Ant, int и an, in. Вот. Потом, что еще такого важного я хочу показать в том, чтобы я еще менял в Esperanto. Систему счета. Вот тут приблизительно показана та система счета, о которой я говорил, которую впервые изобрел Лебниц, я ее повторил велосипед. Вот, да, немного по-другому. То есть, смотрите, у нас идет счет самый простой. И1, Г2, Та3, С4, К5. То есть, простые э, числа до 10, они обозначаются слогом. Са, ля, ва, который оканчивается на А. Десятка у нас и Ё. Ну, Ё, потому что все-таки Ё более звучит, чем И. Но правильный, ио. И выглядит как десятка. И быстро произносится. Почему это делается? Потому что когда ты скажешь 22 плюс 327, смотрите, сколько времени уходит. Да? А когда мы говорим, допустим, гак на... Э, сколько у нас будет? Зо... Гац. Зогал. Гаг на Зогал. Звучит пока странно, но смотрите, насколько короче, чем 22 плюс 327. И пишется быстрее. Соответственно, это удобнее. И смотрите, вот, допустим, 22 используется гаг. То есть, второе, последнее слово, оно упускает, опускает свою гласную букву и получается вот такое. То есть, когда мы говорим, допустим, 11 и 12 иг, 13 ит, 14 иц, Насколько короче, и пишется, и произносится, да? 22 гаг, 32, э, сколько у нас там, там было, таг. Э, вот, 38 э, тав. Все. Когда мы доходим до сотен, видите, и йо у нас идет, да? То, соответственно, у нас получается, допустим, 302 сказать. Это будет э, тог. То есть у нас средняя буква стала с А, сменилась на О. И получаются краткие слова на три буквы. У нас другие слова на три буквы, весьма пошлые, да. А в счете ток. Это удобно для произношения, когда запоминается эта система, она очень кратко и записывается и произносится, поэтому это реально гениальная вещь, которую делал Лебенец вот, и я повторил такую штуку вот. Но что ж, бывает такое. Но, конечно, это его изобретение и действительно очень удобно произносится. Поэтому в вот венко эсперанто вариантом я считаю, что полностью систему счета и произносения чисел нужно заменить на вот такую лейбницевскую. Она лучше. Вот, она короче, она удобнее. Ну и здесь идут вставки. В моей книге я все ставки группирую по логическому значению. Это позволяет легче изучить. Дело в том, что я порядка десятка различных книг по изучению эсперанта прочитал. Вот и изучал по ним эсперанто. А, так вот, там неудобно сделаны уроки. Там как, и, как хочешь эти суффиксы ставлены. А у меня в уроках каждый урок какой-то теме посвящен, а каким-то вставкам мы учим, и они сгруппированы логично. Ну вот, допустим, R эро, то есть это частицы. Еще что здесь нету, но я додумался, это не просто суффиксом по себе указывать, а значение с окончанием о, то есть как этот суффикс, как существительное, что он обозначает. Легче запоминается, потому что когда эро это частичка, мы понимаем, да, мы во-первых слово изучаем, а во-первых знаем, что когда моно деньги, монеро монетка, саблю песок, саблеро песчинка, файро огонь, файреро искри, искринка то понимаем, как работает система, и легче все запоминается. Соответственно, суффикс R обозначает собрание. Видите, у нас R частичка, R собрание чего-то. Триаро тройка, ворто слово, вортаро словарь. Арбо дерево, арбаро лес. Вот ом обозначает множественное числение. То есть дома двойной триомы в тройне трижды. То есть, видите, в одном уроке все связаны с математикой суффиксы. И сами по себе они тоже обозначают то есть омо это кратность чему-то да? аро это совокупность множества чего-то истечение времени то-то то все союзы идут вставки и прочее приставка эк Re. Вот идут в одном, видите, уроке «эк», «ре» приставки. Легко запоминаются. «Эк» – это единичность какого-то, мгновенность действия. «Эко» – мгновенное действие, что-то произошло. «Рео» – это повторение. И, соответственно, «ре» – это то, что повторяется. Очень просто. Вот в девятом уроке вместе идут «изм», «ист», «этр», «экс». То есть у нас есть ⁇ изм ⁇ это, соответственно, какое-то учение, ⁇ ист ⁇ приверженец этого учения, ⁇ этр ⁇ это сокращение от эстер, более короткое, что, соответственно, руководитель, ⁇ экс ⁇ бывший намного быстрее получается делать. Я немного переделал вставки женского и мужского пола of и n, потому что в эсперанту мне не нравится, как сделать. То есть у нас есть виру мужчина и верино это женщина. Зачем использовать верино, если можно к суффиксу in, который обозначает женщину, о добавить ино женщин женский пол женщина. Все просто. Вот, тут для созвучия, потому что в этом самом в пассиве было an on in использовано, то нужно было переделать вот, вот эти суффиксы. Поэтому пришлось изменить, да, к сожалению. Ну, иды ребенок так и остался, как и язык идо, это наследник эсперанто. Сделан. Потом а, вот идут вставки. Аж это вещь какой-то. Уль это человек с каким-то свойством. Эй это место с каким-то свойством. И вы, мы уведем сейчас в табличным. Фи, вот видите, вместо ач остался только фи. Все. Ну, вот вместе идут противоположности. Add, egg, уменьшение, увеличение. Ne. Вместо mal-префикса я решил использовать более короткий, более понятный для всех не. Ну, типа красивый, некрасивый. То есть некрасивый это противоположность, это уродливый. И можно сказать вот bona, nebona по эсперанто. И nebona это некрасивый, но это противоположность. Зачем еще вставлять э, испанский маль? Префикс, который имеет то же значение, что и ne, но, но более длинный. Я не понимаю. И в английском но no ближе к не. Поэтому я не вижу смысла в маль. В маль удалял и оставил ne. Более короткий, более понятный префикс, который заменил полностью маль. Вот. пли все то же самое. Miss. Тут я ничего не менял. То есть, видите изменения на самом деле весьма минимальные. На самом деле серьезных изменений только числительные получили. Все. То есть это по-другому числительные, более удобно и кратко. Все остальное использует внутренние правила Esperanto, делает их более систематичными, более логичными. Ну вот, или там вещь какая-то идет. Соответственно, где-то развитие Esperanto. А на самом деле были еще изменения. Где табличные слова? Вот это то, что было взято из этого самого Neo Esperanto. Наверное, во второй. Видите, у меня две книжечки. В одной одно изменено, в другой другое. Как-то собрать. Ага, вот табличные слова. Я их несколько переделал. Почему здесь такие табличные слова, если я их переделал по-другому? Давайте перейдем сюда. Виктора Эсперанто, да. То есть то, что здесь изменяется. Другие варианты Эсперанто. А, там еще какие-то смотрел. Подожди, Нео Эсперанто. А где же были другие таблички? Я точно помню, я еще просматривал. Вот. Неужели где? В другой книжке, еще где-то? Ну, похоже, где-то еще. А, вот-вот, впереди, да. А, то есть смотрите, у нас есть таблица, и эти табличные слова в Esperanto, они никак не соединены с общей системой. Они чисто отдельны от эсперанто. То есть вот есть табличные слова, они формируются по-своему, но с другими словами и с другими правилами в эсперанто они не работают. Что я сделал, что табличные слова, они соотносятся со словами и с суффиксами, всеми остальными другими правилами из эсперанто, и они работают в этой системе. То есть если раньше все табличные слова были как исключение из общей системы, то я сделал так, что они стали частью и на них распространяются все те же правила, что на общую систему. То есть смотрите, у нас на «у» лицо, если вы помните в эсперанто, оно обозначается, по-моему, э, как э, «у», да? «И у кто-то», да? «И где-то». То здесь используется суффикс более логичный «уль», то есть это лицо с каким-то свойством. «И уль кто-то», «куль кто». Туль тот, зуль этот. Я убрал читио, чи вот эту вставку. То есть у нас было тио в эсперанто и читио. То есть тио это то, читио это. Я решил, что проще будет, если добавить одну букву, и будет вот, допустим, туль тот, зуль этот. Короче, слова и удобнее получается, и легко запоминается, точно так же, как и ти -чи. Вот, Поэтому то-то, соответственно, та такой за этокий Вот, тан того, зан этого. Немножко передел, да? И у нас, соответственно, суффикс. То есть, смотрите, суффикс улю это у нас, мы как его изучаем в первый слово, и слова что это человек с каким-то свойством, то есть чем-то необычный человек с отличительным свойством. И этот суффикс, он используется везде, в том числе в таблице. И запоминается таблица легче. Потому что вот когда я учил эсперанто, была проблема с таблицей запоминания. Потому что ее правила отличаются от общих правил в эсперанто. И немного можно было запутаться. А тут нету никакого запутывания. Потому что у нас уль и в основных правилах везде в эсперанто одинаковый. И в таблице он точно такой же. Соответственно, предмет на О заканчивается. Качество на А. Принадлежность на А. И смотрите, у нас есть, то есть там принадлежность в эсперанто, а я сейчас открою. У меня же есть эсперанто учебник, да, где это таблички чисто эсперанто, то есть где я не менял ничего. Где я их открою? Вот там красным видели на те суффиксы и корни, которые я убирал. О, вот, да. То есть у нас есть лицо У, предмет, принадлежность S какое-то в оригинальном эсперанто. Давайте вот так вот. Нахера принадлежность использовать s, если у нас есть суффикс an? An ano, то есть это член принадлеж... общества, принадлежащий какой-то группе людей, общности. Либо это член клуба, либо это какой-то э, страны, народности, национальности. Здесь какая-то принадлежность s, нафига это? Выкидываем s, вставляем an. И принадлежность остается и an чей-то, «тан того», э, «зан этого». То есть оно логичнее и запоминается и легче. Мы запомнили суффикс принадлежности и в табличке он же и есть. Вместо какого-то дебильного s эс в эсперанто. То есть, видите, я постарался сделать более логичный язык, и он стал проще. Теперь у нас есть место «э» какое-то. Зачем «э», если у нас есть суффикс в самом эсперанто «эй» Эй, это место, как с каким-то свойством. Эйо, это какое-то место, специализированное. Зачем нам какое-то э окончание, которое выбивается из общих правил эсперанто, если у нас есть эй и, соответственно, «и эй где-то, кей где, тей там, зей тут, чей везде. Снова такие я использую, просто в табличку поставил стандартный суффикс эсперанто и распространил на табличку стандартные правила эсперанто. Все. Никаких других проблем больше нет. Теперь у нас есть время. На самом деле вот этот суффикс остался таким же, но в эсперанто амо это время. Ну, вернее, в к эсперанто амо, то есть от суффикса ам, от вот этого суффикса, образуется время. То есть АМО это время. В эсперанто АМ сам по себе окончание не имеет никакого значения. Это просто а, такое окончание для табличных слов. Все. Больше оно нигде в эсперанто не используется. А я расширил, я сделал, что вот это сокращение AM, оно будет использоваться везде для времени обозначения. Соответственно, AMO это время. И когда мы спрашиваем, это и легко табличку запомнить, и легко потом в дальнейшем использовать. Легче, проще. Ну, ом количество так и осталось. Действие у меня не L, как в эсперанто. В эсперанту снова таки выбивается из общей системы. L. Что за L? Откуда оно взялось? И L, K, L, А я сделал и, то есть инфинитив для глаголов. И как-то делать. «ти» что делать? Ти так делать? Зи иначе делать? Чи по-всячески делать? Ней никак не делать. То есть окончание инфинитива глагола, оно используется в таблице для обозначения вопросов вот, и указаний в действии. Это логично. И это соответствует правилам. Ну и причина аль, такая же, как в эсперанто. Собственно, это те изменения, о которых я говорил, то есть в венко де эсперанто. Вот, то есть в, на речи эсперанто, в моей версии, венко, это на эсперанто означает победа, победа мечтаний, победа мечтателей. И я стою на той позиции, где-то здесь у меня было написано, если сейчас перейду в историю, по эсперанто, по-моему не в этой, нет, вот в этой книжечке, да. Язык эсперанто перейдем. А вот здесь краткая история. А дело в том, что у эсперанто на каком-то стадии появились фанаты, которые решили улучшить язык. И они каждый год выдавали новую версию языка. Во-первых, когда они создали первую версию, они раскололи движение эсперантистов на тех, кто стоял на старых правилах, и те, кто новый. А потом, что они начали делать? С теми, кто перешел на новые правила, каждый год они выдавали новые-новые правила, и в итоге люди, которые вот решили идти по развитию языка, каждый из них знал разную версию языка. То есть один, например, 1895 года версию языка изучил и по этим правилам руководится. А другой 896 года. И а там различия есть. И проблемы начинаются в общении. А третий 97 года, да, и еще один 98. И они вроде как один язык изучили, но так как стандартный разных годов, они не могут между друг другом общаться. И заново переучивать каждый год правила языка – это дебилизм. Никто так делать не будет. Язык хорош тем, что это стандарт общения. И он должен быть на длительное время стандартом без изменений. Потому что если он будет меняться каждый год, никто не сможет общаться. Это называется проблема инженеров. С таким сталкивались в космонавтике советские инженеры, когда запускали космические корабли к Марсу, автоматические космические корабли к Марсу, Луне, этому самому, Венере. Вот. То есть инженеры все время улучшали свои станции. Они называются автоматические межпланетные станции, сокращенно АМС. И приходят и новые идеи, и новые идеи. Каждую неделю новые идеи. Если и на каком-то этапе уже подходит, нужно запускать корабль. А новые идеи подходят, подходят, и ты внедряешь новую идею, а ее нужно проверить, она может глючить, она может не совпадать с другими и хорошими идеями уже найденными. И поэтому инженеры, главные, в том числе Королев, принимали такое решение, что вот остается год до запуска, мы прекращаем внедрять новые идеи, все. Вы их накапливаете, вы их исказываете, пойдет на следующую миссию, все, что вы говорите. Но мы отрабатываем вот, вот эти э, системы до совершенства. То есть, чтобы они работали без сбоев, чтобы они с друг с другом совмещались, никаких проблем, все тестируем, тестируем и тестируем. Все, новые идеи приходят, это замечательно. Это прекрасно. Их еще нужно проверить, их еще нужно тестировать, сделать все это. Нам нужно через год запустить станцию к Луне. Если мы будем ее постоянно модернизировать, она будет не собрана и не будет работать нормально. Поэтому. В течение года мы уже ничего с ней не делаем, мы просто тестируем и отлаживаем все, что было сделано. Все. И не меняем приборов. А уже следующие станции, следующего поколения, там уже сделаем по-новому с новыми идеями какими-то и решениями. А потом снова заморозим, будем оттестировать эти, а новые накапливать к следующему проекту. Для языка это имеет более важное значение, потому что язык это как стандарт общения. Правила стандартного общения, они должны быть устойчивы и их должны много людей знать. И если бы Эсперанто все время модернизировался, то получилось бы то, что получилось с Нео, то, что получилось с этим самым... С ИДО, то, что получилось с интерлингвой, то есть на них никто не общается. На них нету литературы. Даже в интернете тяжело найти какую-либо литературу по этим языкам. А уж тем более произведения на этих языках. Потому что они постоянно модернизировали, 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 и никто так их, их не изучил, и никто не поддерживает. А Esperanto, из-за того, что устоялся стандарт, он набирает большую базу. Но. Все-таки язык должен развиваться. Мое мнение, что минимальный срок, на который должен быть установлен стандарт языка, это 20 лет. Но желательно 50. То есть, в Enco de Esperanto сразу в первой главе я записываю и говорю такую штуку: что, ребята, этот стандарт на 50 лет. Вы можете высказывать свои предложения, что можно улучшить, как переделать, показать конкретные правила, показать конкретные примеры, показать, чем это лучше, чем старые правила. Да? И если это действительно хорошо, то через 50 лет мы накопим вот эти изменения. Там 100 человек предложит разные идеи. Часть идей возьмем, часть не возьмем. Вот, некоторые переделаем, потому что может что-то лучше получиться. Вот. Ну вот эти 100 идей. И через 50 лет вторую версию стандарта языка, которую все выучат. И поскольку в базовом учебнике записано, что через 50 лет выйдет новая версия языка, даже можно указывать четко год, что вот в этом году выйдет новая версия. Поэтому все знатоки языка знают, что вот в таком-то году через 50 лет выйдет новая версия и готовы к ней перейти. А так как эта версия будет через 50 лет, то есть время для того, чтобы увязать между собой разные хорошие, но противоречащие друг другу идеи. Для того, чтобы посмотреть и проверить, что хорошо будет работать, а что плохо. В итоге увязать это все, подготовить литературу и издать ее через 50 лет. И так как все уже готовы, что вот в такой-то году, через столько-то лет, четко мы перейдем на новые правила, все переходят. И при этом все изучают всегда базовые правила. То есть базовые первые правила учат все и всегда. Таким образом, все всегда могут откатиться на первые базовые правила. И если кто-то ну, не выучил новую версию, то можно поговорить на старых правилах. Да? На старой версии. И следом уже самую новую версию, которая есть. Вот таким образом подход это решает проблему инженеров. То есть у нас становится язык стандартный, на нем можно разговаривать и общаться длительное время, писать литературу и все прочее делать. Вот и все знают, что новые правила будут тогда-то тогда-то. Есть достаточно времени, чтобы их подготовить, изменения подготовить всю литературу и сделать все это. С такими правилами можно развивать язык. Потому что все-таки устойчивость, то, что вот 100 лет назад были правила, как видно, но ну, есть недостатки у эсперанто. Вот я говорил, что те предложения, которые я предложил в эсперанто, они используют сами правила эсперанто. Они более систематически делают этот эсперанто. Да, там есть изменения, например, окончаний табличных. Но это более логично встает. Язык становится от этого проще и легче. Система счета вообще замечательная стала, новая вот, которую я предлагаю. Вот с таким подходом. Но следующая реформа через 50 лет. Вот так вот. Поэтому вот на, таку, на таких правилах я стою. И так вижу реформирование языка эсперанто. Что еще я могу сказать по реформированию языка эсперанто? А, к сожалению, Земингов он не был маркетологом он не был человеком политически подкованным или каким образом идеологически настроенным. А в этом есть проблема эсперантистов. Поскольку все эсперантисты разные, они не могут создать своего государства или своего общества. Поскольку все, есть предприниматели, есть коммунисты, то есть фактически капиталисты-коммунисты. Даже есть те, которые, понимаете, за свободу и те, которые наоборот за строгое соблюдение правил. То есть эсперантисты, они самые разнообразные. Самые разнообразные, самых разнообразных взглядов. И это разнообразие блокирует возможность создать единое общество. Потому что у общества должна быть единая экономика, единая философия, Считайте, ну, в современности это называют идеологией. Но идеология она от религии развивается, и она не самокритично не развивается. А философия, она самокритична и может развиваться. Вот. Это научный подход. То есть собственная философия объединяющая. Решения и подходы сделать. Этого в эсперанто нет. Вот допустим, а в эсперанто до сих пор не объявили никакой город эсперантистским. Даже нет программы на создание собственного государства, собственного общества. Венко предлагается объявить с город, где большинство жителей говорят на этом языке, и собираются и там проводить. И получается, вот как в Эсперанто, каждый год конгресс происходит в разной стране, а в предложении Венко один год проходит в городе именно венкистов фактически, победителей. Да? Почему? Венкисты мы. да? Я, по крайней мере, первый венкист. Да? Венкистов, в этом городе происходит. А второй год в любом другом городе планеты. Все. То есть таким образом мы все равно продолжаем охватывать все страны, со всеми общаться, но при этом концентрируем, что вот здесь это главный город, что вот здесь можно всем вместе собраться. Потому что у эсперантистов есть проблема, что у нас 10 миллионов, но мы разбросаны по всему миру по единице. И в итоге собраться не можем, и в итоге интересы у всех разные, взгляды у всех разные, а общаться весьма сложно. Только на общие какие-то такие темы, и то э, весьма сложно. А тут, когда мы говорим про создание своего государства, про создание своего общества, должна быть общая философия. То есть на основе чего будет выстраиваться это государство, как оно будет выглядеть. И вот, например, реформированный СССР, который исправлены все его недостатки и ошибки, которые были в истории, вот, это тот образ, который вот, вот подобие этого общества. Конечно, он будет отличаться, потому что ну, не создадим мы страну такую большую, как, даже как Советский Союз. Ну, городок свой, да, этот самый, как, ну, максимум там, ну, что-то типа, ну, допустим, Молдовы, да? типа области такое вполне возможно если этим стараться и заниматься вот и но для этого нужна философия и представление что в итоге получится потому что когда есть представление что в итоге получится ага согласны с таким обществом жить присоединяемся не согласны с таким обществом жить ну что ж вот можешь общаться на этом языке но получается что э, человек который не хочет создавать общество, вот он вот, ну такой, таких людей достаточно много, поэтому вот такой. И еще по маркетингу, по тому, как продвигать язык, по крайней мере диалект Венко в эсперанто. Дело в том, что вот эта альтернатива Советского Союза, она выступает своего рода как литературное произведение. Вот есть языки, которые очень сложны для изучения, которые очень корявые, очень муторные, но тем не менее их изучают и на них говорят, потому что тот мир, который создан для этих языков, он притягателен. Вот допустим в Стартреке это клингонский язык людям понравился сериал Star Trek, понравилось, что там показано, это космические коммунисты, вот, причем сериал снятый в США, в колыбели капитализма, вот, про коммунистов. Ну, вот так вот. И забавно получается, хитросплетения очень интересные в мире получаются, и противоречия, да, а Советский Союз, например, сердце социализма в итоге скатился до капитализма, да, и предатели пришли к капитализму. Такие случаи происходят, вот. А в США Сердце капитализма коммунистические сериальчики. Ну так вот, там клингонский язык, он сложный, он муторный. Но из-за того, что нравится людям мир, в котором описан вот, вот этот язык, они изучают этот язык. Точно так же со звездными войнами, точно так же с э, аватаром, э, вот этим синими чуваками, которые набухались, да, инопланетяне. Э, потом то же самое идет с Квеней, которая этого самого произведения Толкиена, язык эльфов. Их изучают не потому, что это крутые языки и ими классно общаться, а потому что литература увлекла. Если мы напишем на эсперанто, на эсперанто я не видел произведений, даже вот на этом сайте Learn.net я не вижу, чтобы были какие-то вот продвижения поэтов и авторов эсперанто. Тут есть продвижение Шекспира, например, но никак не писателя эсперанто, которое было бы интересно посмотреть. То есть они не продвигают сами себя, эсперантисты, в обучающей литературе, хотя, хотя могли бы. Вот. Например, в литературе постоянно в книгах по изучению эсперанто указывается про международные мероприятия эсперанто, про конвенции, где они съезжаются, что все, ну, туда нужно съездить, туда нужно съездить. Вот точно так же нужно говорить, что вот таких-то авторов почитайте, таких-то авторов почитайте. Вот, допустим, Звездный десант. Вот, если на нашем языке венку будет написаны литературы типа Звездного десанта, типа тех же Звездных воинов, типа Стартрека, да? типа сказочная какого-то мира, вот как а, эти самые Игры престолов и этот самый, как его? А... Сейчас-сейчас-сейчас скажу. Властелинный колец. Властелинный колес, да. А, то это будет привлекать. И многие захотят прочитать литературу и изучить язык нет Потому что... Это типа ну язык международного общения, хотя это тоже хорошо, это самые легкие языки, правильно, это хорошо, это круто. Но еще и потому, что на нем что-то классное есть. Между прочим, Гарри Гаррисон, писатель фантаст, который писал про сериал "Стальная крыса" книги, вот "Приключения стальной крысы" и прочее, он ну, продвигал в язык в своих книгах эсперанту как язык международного, междугалактического общения. Но его книги, понимаете, чтобы продвигать, это должен быть двойной перевод. То есть с одной стороны колонка идет на том языке национальном, к которому относится, на другой на эсперанто. У него такого не было. У него просто говорилось, что эсперанто это международный язык, какой он клевый, какой классный. И знакомый у меня как раз после Гарри Гаррисона стал мне предлагать, а давай изучим эсперанто. Жаль, я тогда был глупым и не учил. Это было еще в подростковом возрасте. Да? Вот. Сейчас выучил. И на самом деле вот именно так и продвигать. И не Шекспира нужно вот в этом Лернунет продвигать, а Гарри Гаррисона на Эсперанту. Вот такое мое мнение. И это ведет к победе. Теперь про символ. К сожалению, зеленый флаг с зеленой звездой не ассоциируется с международным языком. С международным общением ассоциируется планета и ассоциируются люди. Самый нормальный символ для эсперанто это Планета, вокруг которого люди разных цветов держатся за руки. И можно еще поставить туда звезду с разноцветными лучами. Где-то у меня была такая звезда, я не знаю, сейчас не смогу показать. Наверное, в следующем эпизоде. А разноцветная звезда, у которой каждый луч своего цвета. То есть там красный, зеленый, желтый, вот по цветам радуги сделано. Это показывает, что многообразие идей и разнообразие людей интересует, то есть объединяет. И есть глобальный символ, что вот глобальное общение, глобальная установка такая. А разноцветный флаг, к сожалению, гомосексуалисты радужный флаг испортили, вот, но в другом плане, то есть вот из центра разноцветные лучи расходятся, да, белый центр, разноцветные лучи по кругу, и вот в центре символ планета с людьми разных цветов, держащимися за руками, в центре планеты разноцветная звезда такой символ, он сразу ассоциируется, да, это многообразие, это разнообразие, это что-то веселое, потому что разноцветное, разноцветные цвета, они ассоциируются с мультиками, с чем-то веселым. И это что-то международное и про дружбу. Чисто с самого символа видно это. К сожалению, зеленая звезда и символ Эсперанто, зеленый флаг, они ну, никак не ассоциируются с международностью. Потому что Земингов при всей своей гениальности, а он гений, которому стоит поставить памятники, и стоит помнить, ему ставят памятники, между прочим, и в Беларуси, и в Польше стоят. Вот. Так возвращаясь, Земингов, он был гением, но не все люди все знают. Маркетинга не знал Земингов. Он не знал про агитацию, про то, как продвигать свой язык и прочее. Он просто делал это на голом энтузиазме. И у него получилось на голом энтузиазме. Но если добавить сюда еще и профессионализма, то есть литература, которую интересно прочитать, широкой аудитории на этом языке, да? совмещение обучающих материалов и литературы, интерактивной литературы, совмещение вот красивых обложек, символики, все это, это, конечно, привлечет людей. И единый город, город Эсперантурбо, например, да? Ну, в данном случае Ванкоурпу, город Победы. Поэтому вот так я вижу реформирование Эсперанто, вот так я вижу развитие Эсперанто. Но я сомневаюсь, что кто-то будет разделять мои взгляды, потому что новаторов много, у каждого свой личный взгляд, редко, когда объединяются новаторы. А большинство это все-таки консерваторы, и они законсервировались на столетнем на стандартах столетней давности, не хотят модернизироваться, не хотят пересматривать вообще ничего. Все должно быть, как было, и никоим образом, никак иначе. Тем более, учитывая проблему раскола Эсперанту из-за вот этих языков потомков, которые были с какими-то достоинствами, но в то же время с недостатками. То есть это и денео, интерлингва и другие вот поэтому вот такой мой взгляд по поводу взглядов от зрителя элеганта вампиру я не согласен он говорит что не нужно логики в языке наоборот чем логичнее язык тем лучше свойства появляются я допустим эту логику в своих наработках своего языка продвину еще на более высокий уровень и там там, там не зная слов, можешь понимать эти слова. То есть не изучив слово, ты, о, так это значит стул. А это значит, например, ракета. Хотя ты никогда не учил на этом языке, как будет ракета. Ну, ты понял, потому что это логичное развитие языка. Вот. И эти слова еще и короче получаются. Вот так работает приблизительно принцип. Поэтому логичность, она нужна в языке. Но то, что он обратил на сокращение слов, с одной стороны сокращать действительно стоит, но тогда теряются латинские корни. А латинские корни, они международные. Для большинства европейцев эти корни известны и они ими пользуются. Поэтому если мы используем вот так, как в Нео предложили сокращенные корни, да, то для частотных слов. Да, можно так сделать, но это уже будут совсем другие слова. Они не международные. И усложн... усложнится изучение. Это классная штука, но все-таки это уже не Эсперанто. Это уже другой язык. Потому что Эсперанто основывается на латинских международных корнях. Поэтому там особо не сократишь. Хотя вот в моей версии языка он намного более компактный, я специально подсчитывал в сравнении с эсперантом, в сравнении там с русским языком, английским, насколько короче получается. В среднем в 2-3 раза, ну он всегда короче, в самых худших случаях он короче на 50%, а в хороших случаях, ну, в 2-3 в раза. В сфере цифр 16 раз короче, потому что используется вот эта система э, Лебница. Вот, доведенные до совершенства. Как-то так. А реформировать эсперанто ну, вот я показал, как реформировать. Больше реформировать на сокращение слов это уже все-таки другой язык, мое такое мнение. На этом все. Интересно услышать ваши комментарии. Интересно услышать ваши предложения. Вот. Может, вы знаете какие-то еще изобретенные языки, можете написать мне, что за изобретенные языки вы знаете, где почитать какую-то литературу по ним. А также, если вы знаете, как изобретались другие языки традиционные, то есть это английский, китайский, там, французский, немецкий, напишите. Ясное дело, что в каком-то месте на европейские языки варварские повлияла латынь очень сильная, и она сделала их письменными. Это понятно. Но тем не менее, как они изобретались, это, это все равно интересно посмотреть и узнать. Ну а на этом все. Ну революцию Нурвенко, Джисля ревидо, камарадой.